Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изготавливать из мандаринок. Я вам сегодня покажу мастер-класс. Это натюрморт, новогодний рождественский натюрморт. Вот такой. Посмотрите, мы берем любое блюдо, можно длинное, можно маленькое, можно круглое, можно большое, и делаем натюрморт из тех предметов, которые у нас есть дома. Мандарины и апельсины после Нового года всегда есть у нас. Шишки, зелень, елочка. Ну и, естественно, какие-то красивые ленточки, салфеточки и фольга. Это фольга пищевая для выпечки, для запекания курицы, например, или каких-то других продуктов, рыбы. Вот такой примерный натюрморт мы делаем. Все будут фантазировать и делать по-своему, а я вам покажу основу. Нам понадобится прежде всего мандаринки или апельсинки. Ну, вот я взяла мандаринки. У меня одна маленькая мандаринка, одна вот такая большая, объемная, потому что для такого натюрморта нам нужны большие мандаринки. Вот одну такую я покажу, что мы будем с ней делать, с этой мандаринкой. Так, вот здесь у меня есть целый набор различных ленточек. Я их уже нарезала. Ленточки. И мы выбираем, какие ленточки нам сегодня понадобятся. Ну, вот для этой мандаринки я возьму зеленую ленточку, вот такую расписную, красивую. Здесь у меня есть попроще ленточки, без рисунков, без узоров. Это не важно. Самые-самые красивые ленточки. Что мы делаем с этой мандаринкой? Ленточку вот так напополам. И посерединке ее здесь вот так прикладываем. Приложили. Так, с этой стороны провернули пару раз. Завязывать узелки не будем. Вот, посмотрите, как получается. Как будто мы посылочку запаковываем. Посылочку для белочки, для зайчика или для мальчика и для девочки. И вот здесь потом завязываем. Здесь уже нужен узелок, потому что мы будем бантик делать. Бантик новогодний, красивый бантик. Двойной узелок, чтобы нам легче завязался бантик. Вот, посмотрите. Вот такая получилась мандаринка, как на качельке. И сейчас мы сделаем бантик. Вот такой красивый. Бантики мы все умеем завязывать. И мальчики, и девочки. Девочки у себя хвостики, косички завязывают. А мальчики тоже умеют, потому что все завязывают шнурочки. Вот так. Вот такой получился у нас мандаринчик. Яркий, красивый с этой стороны вот так, а с этой стороны бантик у него. Красивый, интересный бантик. Вот посмотрите. Вот еще, это у меня уже заготовочки. Вчера я готовилась, вот заготовочки. Мы много заготовочек наделали, разных-разных, красивых. Вот какие получаются, красивые мандаринки. Конечно, когда они такие украшенные, мы потом их будем вот так в блюдо оформлять. Вот здесь у меня различные зелень, которую мы будем в блюдо вот так подкладывать, чтобы у нас натюрморт получился зеленый, праздничный, красивый. Это остатки от елочки. Чтобы их не выбрасывать, мы их используем для такого вот натюрморта красивого. Это те же шишечки мы можем положить. Мы видим здесь у нас на блюде. И шишечки используются. И большие, и маленькие. А вот здесь еще вот такие вот кустики от цветочка.
Сейчас уже снег за окном, а вот эти кустики, вот эти вот такие вот зонтички цветочные, еще стоят. Можно подойти и аккуратно их срезать, сорвать. Это ничего страшного, это же мы не розы с клумбы срываем. Это просто уже зимние остались вот такие кустики на клумбочках. Я немножко взяла и сорвала. А для того, чтобы вот эти вот цветочки как-то украсить, я тоже здесь вот бантик завязала, маленький бантик. И вот посмотрите, вот уже нарядный получился цветочек у меня. А потом куда-нибудь мы его здесь и приспособим на наше блюдо, чтобы все у нас было использовано. И, наконец, у нас есть грецкие орехи. Можно не обязательно три, можно несколько штук. Это же ваша фантазия, и смотря какое блюдо. Если вот маленькая тарелочка, то там мало поместится. Может быть, всего один апельсинчик, одна шишечка и один грецкий орех. А если большое блюдо, то там много получится. Интересно, красиво, чтобы получилось. Вот посмотрите, вот такие грецкие орехи я их сделала, как будто они у меня тут палочка-держалочка, чтобы можно было потом уложить. Вот так вот. Сказочные, блестящие, красивые получаются грецкие орехи. Так мы их делаем. Вот такая у нас пищевая фольга для запекания. Так. Вот так. Где-то такой кусочек я сделала. Обрезаю. Вот получился вот такой кусочек. Можно с яркой стороны, можно более с матовой стороны. Теперь берем один грецкий орех. Вот так, как будто мы его ставим и упаковываем, как будто бы для запекания. Или конфетку так иногда упаковывают. Так. Между прочим, фольгой и грецкими орехами украшали еще в древние времена. Всегда использовали грецкий орех и красочную фольгу. Вот так. Кто читал рассказ Гайдара Чукагека, там тоже елка была, а игрушек не было, а украшать надо было как-то. Вот так и украшали. Брали орехи, шишки, самодельные делали игрушки и украшали свою елочку. Потому что когда своими руками делаешь, всегда даже интереснее получается. И бабушки будут рады, что внучата сами так делали. И мамы, и друзьям можно похвалиться. Как вы сами сделали, какой натюрморт. Как сами украсили свою елочку, свою комнату, свой праздничный стол. Вот посмотрите, уже два грецких ореха вот такие получились. Вот сюда, если мы добавим, у нас же готовый натюрморт, посмотрим, как у нас получилось. Так, а как у нас получилось? Красиво у нас получилось. Вот так, посмотрите. Красиво, здорово. Вот это орехи можно просто так положить, естественно, можно положить. Но когда они в фольге, какой-то получается сказочный у нас натюрморт. Сказочный. Потому что вот блестящее, оно придает какую-то вот радость, сказку. Вот такой натюрморт я вам показала, как можно сделать. Ну и естественно, у нас остались еще что? Ленточки, шишки, грецкие орехи. Это ничего страшного. Хотите, еще сделайте не себе-то подарок друзьям, подарок
понесете в соседнюю комнату к себе. Подарки всегда радуют, потому что на Новый год мы все всегда ждем подарки. А в рождественские праздники это как бы продолжение новогодних праздников. Тоже мы все ждем каких-то чудесных подарков, но уже не конфетных подарков от Деда Мороза, а сделанных своими руками. Когда своими руками человек делает, значит, это от души, от чистого сердца. Мы дарим подарок, и нам радостно, и нашим друзьям. Ну что, до свидания, до скорых встреч!